находимся в гранд-зале Палаццо Барбара. Это палаццо, который построен в готический период, 15 век, в Венеции. И потом к нему, главному основному палаццо, была добавлена вторая часть. Это барочная часть, которая была добавлена в 17 веке. И как раз эта зала, она очень знаменитая в Венеции. Своей как бы роскошью, она такая, знаете, как торт, здесь ничего не добавить, ничего не прибавить. И здесь работы знаменитых венецианских мастеров, как Себастьяно Риччи, например, тут на фоне. И все осталось как бы в сохранности. Здесь писал Моне, Сингер, Вислер, и точно так же писали свои романы Генри Джеймс и поэмы Роберт Браунинг. И это здание первый раз было открыто во время первой биеннале в 1895 году для публики. И с тех пор никогда не открывалось. И это первый раз в этом году, когда она снова распахивает свои двери. Дело в том, что семья Барбаро, она была очень значимой семьей. Венецианской они были аристократами. Изначально концепция была объединить Баку и Венецию. Это концепция нашей выставки на Биеннале, как, скажем, такой марияж, такая женитьба двух городов, чтобы создать новый город. Как можно сопоставить эти два города? На этой выставке мы задаем вопрос, что произойдет, если мы принесем свою азербайджанскую культуру, но именно элементы Баку, и внедрим его вот это очень венецианское пространство. Вызовет ли это конфликт, или же впишутся эти работы довольно незаметно, так скажем, органично в это пространство. И, конечно, зрители судить, но вроде получилось как очень интересно. В этой выставке художники спрашивают вопрос, пытаются найти свое место в этом палаццо. У нас два художника, Рашад Алекперов из Азербайджана и Алмагир Малибаева из Казахстана. Все работы, которые были сделаны для этой выставки, они предназначены именно для палаццо и пытаются находиться в диалоге с его историей и с его визуальным характером тоже. Все скульптуры Рашада, они сделаны специально под эти комнаты. То есть здесь есть скульптуры лестниц, которые определяют его собственное путешествие в Венецию. Он до этого выставлялся в Венеции пару раз, но в этот раз первый раз у него такой грандиозный по масштабам проект. И как раз вот эти лестницы, то есть восходы и спуски, это все как предопределяет путешествие. И отдает дань, опять же, путешествию самого Барбаро, который приезжал в Баку и в 15 веке написал свой первый монограф, описывая азербайджанские города, который был создан в Италии. И его карточный домик, например, определяет разные исторические моменты венецианской истории. И как бы сбоку лежат карты, карта с изображением вот этого как раз Узун Хасана, который имеет прямое отношение к венецианской истории. Алмагир Мелибаева, она сделала новый фильм, как раз посвященный Мухтарову, посвященный вот этому нефтяному буму в Баку в начале прошлого века, и который переносит нас из Венеции в Баку. Вы увидите в комнатах мультиканальную инсталляцию. Главный фильм состоит из трех каналов, но он распространяется на все 10. То есть мы поставили видео экспозиции прямо на окна. И такое впечатление, заходя в комнату в Венецианском палаццо, что ты смотришь на Баку и как бы окунаешься вот в эту историю. И выставка заканчивается таким будуаром от Элизы, которая была потеряна, ее, как скажем, видеодневником, который сочетается с основным видео Алмагир Мелибаевой. И в конце, в капелле, в семейной капелле Барбаро, Рашад построил из местных кирпичей колодец с зеркалом, потому что в христианстве человек смотрит в небо, наверх, в купол церкви, или, чтобы найти Бога, а в суфизме, это исламская теософия, как раз тех времен, надо посмотреть внутрь себя, чтобы найти высшее начало. Получается, что все работы были сделаны специально для этого места, и они как бы находятся в таком постоянном диалоге с друг другом и пытаются рассказать историю Баку и связи между Баку и Венецией.